Дорогие друзья, всем огромный привет! Вы на канале «В гостях у Анушки», и сегодня я готовлю очень вкусные хрустящие трубочки с мясной начинкой. Сегодня у меня никакой возни с тестом не будет, я буду использовать магазинное тесто Фила. Как приготовить тесто Фила дома самостоятельно, видео я об этом уже снимала, ссылку я оставлю вам в описании. Магазинное тесто Фила необходимо заранее разморозить. На обратной стороне упаковки всегда есть подробная инструкция, как все правильно сделать. Тесто я подготовила, теперь мне осталось приготовить начинку. У меня здесь 700 грамм куриного филе, мясо пропускаю через мясорубку. Две средних луковицы я нарезаю на небольшие кубики и забрасываю в хорошо разогретое масло. Жарю все до легкого золотистого цвета. Готовый лук убираю в тарелочку, снова доливаю масло и забрасываю фарш. Как забросила фарш в сковородку, все время перемешиваю для того, чтобы не было крупных комочков. Фарш полностью сменил цвет, все комочки разбиты. Теперь я добавляю соль, перец по вкусу. Также можно добавить любую приправу, которую вы обычно добавляете в мясо. Фарш у меня пустил сок. После того, как этот сок выкипает, я добавляю кусочек сливочного масла. Если вместо грудинки вы будете использовать домашний фарш, сливочное масло можно не добавлять. Сливочное масло полностью растаяло, я возвращаю обратно лук, все хорошо перемешиваю, и мясная начинка готова. Также для начинки понадобится 300 грамм сливочного сыра. Этот сливочный сыр я сделала дома сама, мне он обошелся всего лишь 50 рублей. Ссылку на приготовление творожного сыра я оставлю вам также в описании. Еще я растопила сливочное масло для того, чтобы смазывать тесто. Вместо сливочного масла можно использовать обычное растительное. И перед тем, как начинать формировать мясные трубочки, я включаю духовку на 190 градусов. Каждый слой теста я предварительно отклеиваю друг от друга и после этого только начинаю выкладывать начинку. Теперь тесто совсем немного смазываю маслом. Готовые трубочки с мясом перекладываю на противень на расстоянии друг от друга для того, чтобы они во время выпекания хорошо подрумянились со всех сторон. Последние 3-4 листа теста я не смогла отсоединить, они очень сильно повреждены, поэтому я их между собой смазала маслом и завернула вот такую вот большую толстую трубочку. Трубочки с мясом почти готовы, их осталось только смазать взбитым яйцом и отправить в хорошо разогретую духовку до 190 градусов. Время выпекания зависит от вашей духовки, в моей духовке они выпекались 35 минут, как только все хорошо зарумянилось, можно доставать. Вот такая вот красота, друзья, это очень вкусно, минимум теста, максимум начинки. Подавать такие трубочки можно со сметанным соусом, сметана, чеснок, немного зелени. Также можно добавить немного майонеза, будет еще вкуснее. На мой взгляд, такие трубочки можно подавать даже на праздничный стол. Никто не откажется от таких вкусных мясных хрустящих трубочек. И как видите, друзья, готовится это все очень просто, если купить тесто готовое в магазине. Готовое тесто Фила для меня это палочка-выручалочка, когда нет времени возиться с тестом или просто нет этого желания.
Друзья мои, пробуйте, готовьте. Надеюсь, видео было для вас полезным. Комментируйте. Мне очень приятно читать ваши комментарии, отвечать на ваши вопросы. Спасибо, что были со мной. Кто еще не подписан, подписывайтесь, друзья. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я с вами не прощаюсь. Впереди у нас еще очень много вкусного. До новых встреч!